Я мужика купаю. Сейчас, осторожно, сейчас, мужика купаю. Я приглашаю. А осторожно. У меня опять приглашение. Да? Уже есть? Спокойно. Да, то есть ты можешь просто зайти там. Спрыгни вниз, Тёма, и посмотри, как я мужика купаю. Только осторожно. Он просто не хотел покупать фонарь. А что там за пыдло вот это скачет? Бебе. Заебись. Куда поехал Артур? Зачем он-то поехал? Да вон анус там, понимаете, вот к анусу, вот типа вот... Ну его все время к анусу тянет, я не знаю, вообще не остановить. Жек, это типа не очень такая тема, из твоих уст звучит не очень хорошо. Да, ну ладно. Ну, Джек, зачем ты малышатку стрелял? Все хорошо, Джек. Нет, Джек. Все кончено! Джек! Там Ева, Жек, чё? Все папе ты! Ну-ка сюда, Джек! А можно поезд, пожалуйста, дайте анус! Тут как раз станция, тут как раз станция. Где анус поезд? Ангус, вот, вот, Джек, смотри. Это моя лошадь. Это Антон, слышишь? Это ничья лошадь! Хера ты был. Так, Джек, брось, брось! Не в нас, брось! Я бросил! Так. Прощай, Антон. Прощай. Что это было? Так, пошли искать поезд. Я уже привык к Джеку, так что все нормально. Да, заедь. Мы с тобой такая опасная банда опасных людей, смотри. Да, вообще. Я хотел динамит достать, но... Ева, нам налево! Налево, они же вон направо стояли, не? А, ну да. Давай, 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 помоги подняться, вот они. Потяни коня, пожалуйста. Поймай коня, потяни. Не, я сам залез, вас сбросил. Чего началось? Да это огонь. Что конь делает? Как ты поднялся, Джек? Сюда лезь, сюда давай. Да подними. Как вы поднимаетесь? Я не понимаю. Ой, я поднялась. Я поднимаюсь, блядь. Ты на лифте поднялся. Поднялся, смотри, да. Махать. Давайте поиграем в игру. Выживет тот, в кого не попадет динамит. Я бросаю динамит вверх. Давай, просто ты подкинешь. И мы стоим, вот кто где был, короче, мы останавливаемся. И кто-то умрет, а кто-то нет. Смотри, мы бегаем сейчас кругами, вот так вот вокруг. Я говорю, стоп, мы останавливаемся, я бросаю динамит вверх. И кто где стоял, давай. Типа, и тот, кто выжил, тот победил. Ретардскую. Давайте. Раз. Два. Как вверх? Остановились! Теперь я бросаю. Так типа ты должен был бросить, потому что бегал. А его просто вверх нельзя бросить. Ладно, так будет веселее. Мама! Блять, минус 3. Я выжил! Я выжил! Я победил! Лисичку убил! Как ты мог? А ты хотел лисичку завести когда-нибудь? Я тебе могу дать ее. Бедная лисичка. Может, пойдем? Ты что делаешь? Ты что делаешь с ней? Она живая была, она спала! Она просто спала, я ее нес на руках. Ты что делаешь? Она заживо с нее сожрала? Нет! Просто... Это ужас, какой человек творяет. Ее шубка начала портиться, я забрала шубку, чтобы... Ну теперь-то все видели, ну! Как это? Все, отлично. Поймано. Мы можем ехать. Поехали. Она всё равно едет. Знаешь, сегодня напоминает этого лучше так, лучше так. Это поезд? Где поезд? Это я ору. Это Джек едет. Чё такое? У меня, кажется, хп тратится. О, нет, я, кажется, умру сейчас. Нет. Я умираю. Остановиться надо? Давай я торможусь. Я умер. Не могу наверх. Ты жив, не ври. Пальцев не хватает. Я умер вот, внутри. Вот, можешь, видишь? Теперь поешь стреляй. Поешь конфетки, у тебя есть через конфетки жопу в инвентаре? Падает, да как он поест, если ты его этот... Ух ты, балда! Опять он это делает, ты посмотри на него! Да. Ну, типа, Ева тебя не убивала, самое Джек! Самое главное, чтобы они думали, что Джек! Мы что-то делаем. Ева тебя не убивала, Джек! Опа. Давай, табарабарам, пам-пам-пам. Так, а ближайшая миссия у нас где? Не знаю. По сути-то. Поставь. Здесь жарко, поэтому надо снять свою шляпу. Тут рядом есть незнакомец, поедем к нему? Ничего себе. Что-то происходит тут вообще. Мы поедем к ней, сопровождайте. Чё, караван какой? Я внутри. Сопровождайте меня, гайз, плиз. Стойте! На задний садись, за тобой еще одна поездка. Да, бля. Джек, не надо этого делать, Джек. Мы там все... Там караван типа, горит, гайз. Понимаешь?
Мы проходим миссии. Горит повозка, я в горячке. Да, типа, горит повозка! Повозка горит! Две повозки горит! Ты не должен был этого делать, Джек! Мы должны были сопровождать! Это госрайды! Какая разница, горит, не горит, лошади едут. Мы госрайды! Сядитесь в повозку, я сейчас... А почему? А что только на одного? Алло! Эй, стой! Пешком быстрее! Можно аккуратней? Аккуратней, как... Кто водит? А где вообще повозка-то? Мы умерли, охуй. Садитесь в повозку. Так, садитесь по... Блядь. Что случилось? Я не знаю. В смысле повтор? Что? Повтор задание. Кто вел эту повозку? Да, Джек. Кто вел? Это вот тот мужик вел вообще-то, и с ним вместе ехал, алло. Что? Быстрее побежал, быстрее. Место вот это столбить. Да ты убьешься сейчас, понимаешь? Ты не каркай, все будет хорошо. Кар! Стой! Ну, хватит, блин, лошадь, блядь, смотрите! Здесь одна лошадь, она нормально, она поедет? Да куда она едет? Топе, говорит, жопу. Ау, это было неожиданно вообще. А чё, сопровождать-то всё на их? Главное, не привлекая внимания. На крыше прячемся. Как прятаться на крыше? Да хватит ее убивать. Нет, можно типа остаться рядом с ней вообще-то. Эй, ну хорош, она умрет! Да она нам миссию сейчас заруинит. Просто вот запомни мои слова. Джек! Ее нельзя пустить. Ты понимаешь? Она уже прячется под моим фраером, понимаешь? Чтоб ты ее не трогал. Не трогай, женщина, Джек. Забирайтесь ко мне сюда. Типа надо спрятаться на крыше. Хорошо. Да скажи Джеку, чтобы он не быковал на женщину, хорошо, Джек! Хорошо. Ну я не могу тебя залосить, чувак. Залосить. Он сжег женщину, держу в курсе. Так она живая или нет? Ну, если она ведьма, то она сгорит. Да все нормально. Она ведьма. It's a witch! Нет. Контрольный точку, пожалуйста. Да, типа он сам залез, я на нее дуло направил. Флексим. Да, здесь минут. Ну я не понимаю. Да нормально, едем аккуратно, тихо. Вы спокойно. Можете забрать человека, пожалуйста, я застрял. Я пытаюсь вас найти, я не знаю где. Типичная миссия будет выполнена с первого раза. Что-то, блядь, человека просто. Ну я застрял, ну что, едьте, спасайте мужиков. А можно свет включить? Нет, это днем. Он ко мне пришел и сел. Он пришел ко мне и сел. И он теперь со мной сидит, и мы с ним здесь рядом с мостом зависли в карете. 10 минут, да? Да, походу нет. Забирайте его. Ты видел, что там с той повозкой? Аккуратно. Вот именно, ты бы просто видел. Он подошел и сел на нее, ты понимаешь? И сидит ты рядом со мной. Ну чилят, что? Греби, бля, грибу, бля. Была таких, знаешь. Кстати, когда я училась в школе, у меня была подруга, с которой у нас друг друга были клички. Ее звали Греби, бля, а меня Греби. Какое совпадение. Найс инфа влетела. Прикиньте, как долго и как много лет Ева ждала возможности, когда кто-то скажет что-то подобное, чтобы этот факт вбросить. Просто. А прикинь бы так никто и не сказал бы. Где чайка? Я хотел поесть. Мы столько едем, у нас еды нет. Дай мне каноэ. Может, чай. Ну, блин, я не хочу грести. Хочешь сесть на каноэ? Я понял, нет, подожди. Блин, я прям увидел этот мем. Да. С этими чайками. Блин, не дают скинуть. Я подниму и перейду просто. А просто кинь, просто кинь. Нет, не получается. Подождите нас, алло. Вот он так его бросает. А в лодку нельзя никак. Ой, слушай, а если я с камушка на лодку запрыгну, да, сможешь? Да, вот я боюсь, что я на месте сяду. А вон давай к тому камню, вот, который дальше. Смотри, там нет мели. Давай. Блин, что мы делаем? Что мы вытворяем? Бросаю. Найс. Поплыли, короче. Плюс еда. Ну, уже с голоду не сдохнем. Чего у вас? Вообще огонь, поплыли дальше. Ясно, вообще огонь. Объяснение года, чек. У нас вообще огонь, короче. Слышите, это каноэ вообще не едет. Вы можете подождать там, нет? Нет.
Ну типа, блин, поменьше. Поднимите веслами, ебать. Ну типа веслами, помедленнее, машине будешь медленнее плыть. Да блин, можно проехать. А, вы чё, подожди, вы под водой плаваете? Не, у меня нормально они плывут. А у меня они под водой плывут, короче, как-то под водой лодки. Я думал, что мы так медленно плывем. У меня они просто под водой плывут, ты понимаешь? Горчат только головы. Вот сейчас у меня вообще Ева сидит на голом Артуре. А он плывет. А тут еще один олень в лодке вот лежит. Олень. Так он выпал у меня. Не, у меня вот он. Бля, куда? Что происходит? Остановите нас! What the fuck? Что происходит? Тёма! Стопой! Что делается? Я не понимаю! Не обращай внимания, это их нормальное состояние. Тёма, останови лодку! Покинуть лодку! Покинуть корабль! Что происходит? Ваша лодка уже не... Так, плыви, плыви. Да что происходит? С лодкой не понимаю. Смотри, сейчас разворачивайся на скорости обратно. Олень нашел, что ну да, ясно. Боже.